Добрый день! Вы смотрите прогноз погоды на среду, 8 марта. На территории Кировской области ожидается пасмурная погода, местами небольшой снег. До минус 17 градусов ожидается в Лузе. В Кирсе температура опустится до минус 10. На градус меньше ожидается в Слободском. В Нолинске и Вятских Полянах столбик термометра опустится до отметки минус 8 градусов. Жителям Уржума будет чуть теплее, там ожидается до минус 7. А вот в Котельниче и Яранске будет теплее всего. Там температура воздуха опустится до минус 6. В Кирове 8 марта будет пасмурная погода, снег. Температура воздуха днем опустится до минус 3, ночью до минус 5 градусов. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%. Ветер южный до 5 метров в секунду. Световой день продлится 11 часов 6 минут. Полнолуние. Вы смотрели прогноз погоды на 8 марта. Дорогие девушки, с праздником!